Максимкины истории. За Максимку читает Петя Дубинский. История первая. Дедушка и велосипед. Два дня назад тетя Валя подарила мне велосипед. Очень красивый, ярко-синий, четырехколесный. У него есть фара впереди и очень звонкий, веселый звоночек. Вообще-то велосипед у меня один уже есть. Он не здесь, не в Орле, а там, где я всегда живу с мамой и папой. Но взять сюда его забыли. Вот и купили мне его здесь. У него нет тормозов на руле, как у того моего велосипеда. Но зато есть звоночек. А тормозить я умею педалью. А еще носком сандали. Меня правда за это ругают. Говорят, что протираю обувь. Я все равно так торможу, потому что носком тормозить удобнее, чем педалью. В общем, все ждали от меня очень сильного спасибо за подарок. А я и сказал простое спасибо. Но большой базар так и на новенькой велосипеде не проявил. Они взрослые размышляют. Почему так? А я тоже размышляю об этом. И вот что я понял. Там, где я всегда живу, там все ездят на велосипеде. Вот и я езжу. А здесь я один. Двор маленький. А на дорогу мне нельзя. Что придумали бы вы, чтобы увлечься? Вы, может, и ничего, а просто бы ездили. А мне хочется, чтобы интерес какой-то был. Игра какая-то. Ведь игра увлекает. Интересно ведь, когда с кем-то ты, а не один ездишь тут по двору. И вот сегодня я придумал. Сначала я задумался, почему это дедушка ходит вокруг дома. И понял, что он тренирует ножки, походку. Ему 89 лет. И он мне прадедушка. Это моему папе он дедушка. Но мне нравится его называть просто дедушкой. В общем, он тренирует ножки и походочку. В детстве детки тренируют, и в повзрослелости дедушки и бабушки тренируют ножки и походочку. И тут меня осенило. Надо дедушке помочь, а заодно и превратить все в игру. Ну, пусть дедушка как играется и ничего не поймет, что я так специально придумал для его же полезности. Не хоть и три с половиной года, но и придумывать я умею. И вот я предложил дедушке игру «Догоню». Я на велосипеде, а дедушка пешком, то есть ножками. Когда мы разыгрались, во двор вышли все посмотреть. Слышу, как радостно они говорят. Наконец-то Максимка увлекся. Да как ездит, то хорошо. А я про себя думаю. Наконец-то. Я дедушку расшевелил и увлек. Хоть бы кто заметил, как весело и быстро он расходился. Как походка его стала шустрой, как молодой вспомнил. Когда дедушка меня догонял... Я сразу мчался вперед, быстро нажимая на педальки. Велосипед просто несся, как будто превращался в гоночный. Я наклонялся немного вперед и делал лицо, как у гонщика, немного прищуривая глаза и приподнимая щеки. Я по телевизору видел, какое лицо делают гонщики. Дедушка шел за мной быстрым шагом. Говорят, догоню, догоню, но не мог догнать. А я, кстати, поставил себе цель на будущее. Сделать так, чтобы дедушка подбежал. Я знаю, что бегать он умеет. Потому что как-то папа рассказал, что дедушка в молодости бегал за бабушкой, которая для меня прабабушка. Значит, бегать он умеет. Вот я и захотел, чтобы дедушка вспомнил, как это — бегать. И побежал. Только что у меня мелькнула мысль. «Дедушка, а у тебя самокат есть?» «Нет, Максимка». «Жаль», — сказал я ему. «А то мог бы и на самокате меня догонять. Я на велосипеде, а ты за мной на самокате». Надо бы, чтоб теперь Валя подарила ей дедушке самокат. Пусть себе по двору гоняет. Ну, как-нибудь я придумаю, как сделать так, чтобы дедушка стал догонять меня не быстрым шагом, а бегом или на самокате. Ну, все равно я доволен достигнутым. А про самокат это надо еще вдумать. Может, папе намекнуть чтоб купил. А что? И радостно дедушке будет, и весело. Да и для развития ножек самокат дедушке тоже был бы очень полезен. Эх, а еще веселее было бы, если бы все тут хорошей мужской компанией гоняли на великах и самокатах. Я, дедушка и папа. А наши женщины смотрели бы на нас и радовались. А потом мы бы дали им покататься. А сами бы их ободряли. Да, надо приобретать техники побольше. Лучше будет. И на улицу не надо будет выходить. Все по двору гонять будем. Чемпионские гонки устроим. А я буду первым. Потому что раньше всех научился уже гонять. История вторая. Про дождик, гол и доброту. Сегодня на улице идет небольшой дождик. Он идет к нам с неба и серых тучек. Наверное, хочет нас обрадовать собой. В общем, в гости пришел. Я вышел на улицу и сказал. «Доброе утро, дождик!» Ты немного побудь, а потом уходи, потому что мне под дождичком не разрешают гулять. Договорились? Дождик меня послушался, потому что пока я зашел домой одеть курточку с капюшоном, пока повозился там с ней, дождичек уже почти ушел. Курточку я стал надевать сам. Но тут подоспела бабушка Валя и сказала, «Давай я тебе помогу». Бабушка Валя очень добрая, поэтому захотела помочь. Но я подумал вот о чем. Если нам, малышам, всегда во всем будут помогать, мы сможем сами все уметь. Пока ответа на этот вопрос у меня нет. А у вас, у взрослых, есть? Как там во взрослой жизни? Все умеете? В общем, я сказал бабушке Вале. Я сам но сам я сначала стал вставлять руку не в тот рукав. И тут бабушка мне дружественно объяснила, как правильно. Я все понял. Хотя тут же подумал, что было бы интересно, если бы я вышел на улицу в неправильном виде. Капюшон бы висел, наверное, внизу, болтался бы как-нибудь. Зато на него удобно было бы садиться. Тепло и повыше, как подставочка. Интересно иногда что-то неправильно делать. Смешно и даже полезно, чтобы научиться выгоду во всем находить. Или просто приятное. Этому меня не бабушка научила, а я сам догадался. И даже бабушку поучил немного. Знаете, о чем я вдруг сейчас подумал? О том, что мы малыши любим. И что взрослые думают о том, что мы любим? Все взрослые думают, что мы любим играть в игрушки. Ха, конечно, но больше этого мы любим помогать, что-то серьезное делать. Мыть пол, подметать, держать папе досточку, которую он хочет прибить, подать молоток или гвозди. Мне вот, например, больше нравится помогать. Играть тоже нравится, потому что тогда я придумываю что-то важное. Например, я могу придумать, что у меня есть машина, и я везу на ней бабушку куда-нибудь, куда ей хочется. Иногда я говорю, «Бабушка, садись ко мне в машину!» И начинаю рулить. А бабушка начинает играться и ходит рядом немного в присядку, словно сидит за крен на кресле машины и смотрит в зеркало, как будто подкрашивает губы. А потом как будто начинает открывать окно или смотреть в бардачок. В общем, не едется и спокойно. Потом в сумочку свою лезет, проверяет, наверное, все ли документы у нее с собой. А я ей говорю, а людей смотри на дома, на кустики. Отдыхай себе. Бабушка долго не выдерживает отдыхать. Вспоминает, что ей надо кашу сварить или супчик. И просит ее высадить. Ой, спасибо, Максимушка. Довез прямо до кухни. Кстати, знаете, как интересно надеть курточку? Неправильно тогда бы и капюшончик висел под попой. Идешь себе, он болтается. А еще тепло же, согревает. Наверное, и взрослым бы захотелось так же носить. Дождик сегодня был недолго. Я же попросил его уйти. Вот он и ушел. Я умею так делать. Дети, наверное, все умеют. Что-то мне вдруг захотелось рассказать про доброту и про волшебство. Ну, это когда ты что-то вдруг сможешь. Как про дождичек. В общем, так. Это было очень давно. Год назад. Тогда мне было два с половиной года. Я словом... Оп включил компьютер и отремонтировал магнитофон. Можете попробовать тоже. Но чтобы так делать, надо быть добрым. То есть не стараться, а просто хотеть. А научиться быть добрым можно, если вас, как меня, с детства просили. Помоги, пожалуйста. Я думаю, что мои бабушки правильно делали, что так просили меня. Так в людях развивается доброта к людям. Это ведь главное быть добрым к людям. Понимаете, наверное, что быть добрым к животным нас приучают мультики. А вот к людям. Ну, может быть, вы думаете об этом и как-то по-своему. Так рассказать, как это словом? хоп, делать чудеса. Это было, когда я был маленький. Сейчас-то я уже немножко большой. Когда встаю с горшка, то уже и сам могу надеть трусики из штанишки. А когда был помоложе, то трусики надевал сам. А когда подходил черед штанишкам, то я подходил к бабушке и говорил. Теперь твоя очередь. И бабушка понимала, что я свое дело сделал с трусиками. А теперь ее время настало потрудиться. И она надевала мне штанишки, смеясь вовсю. Так вот, тогда я был маленький. Мы как-то в первый раз играли с бабушкой в мячик. И когда кто-нибудь из нас ловил его, бабушка очень радостно восклицала. «Оп!» Я запомнил это. И еще бы. Я первый раз услышал это слово и увидел, как бабушка рада. И вот однажды бабушка пробует включить компьютер. Час пробует другой. И когда совсем устала, говорит мне. Максимушка, поработай, пожалуйста, волшебником. Помоги каким-нибудь компьютер наладить. Я так ее пожалел в тот момент. Так захотелось увидеть вчерашние ее глаза, что вдруг выкрикнул «Оп!». Бабушка засмеялась, повернулась в компьютерном кресле к экрану и тут же закричала радостно «Заработал! Ура!». И расцеловала меня раз десять. Я до десяти считать учился, поэтому знаю, как это много. Мы с бабушкой на яблоках учились считать. До десяти. Вот так я стал добрым, а потому и волшебником. Бабушка любит об этом рассказывать. Чуть у кого что не так, бабушка сразу говорит. А это к Максимке, он волшебные слова знает она и эксперименты ставит. То магнитофон, словом, оп, я отремонтировал. По бабушкиному эксперименту она попросила. То команде России помог гол забить. Об этом меня дедушка очень попросил. Болельщики, вы теперь знаете, что надо моего дедушку мысленно просить. Желаю ему здоровья и радости чтобы он просил меня. Все делается очень легко. Я хочу дедушки радости. Вот и получается. Теперь вы знаете, что если наши забивают гол, то это дедушка успел меня попросить, а я успел сказать... Оп! Ну все. Рассказал я много о доброте, об игре, об опе, о дождечке, о капюшончике книзу. поделилась опытом. А сейчас пойду предложу бабушке научить меня мыть посуду. Очень хочется встать на стульчик, открыть кран с водой и тереть тарелки, как взрослый. Играю себе и мою. И бабушке хорошо, и мне приятно. Да и для взрослой жизни пригодится. И главное, рядышком друг с другом. История третья. Максимкины хитрости. То, что мне три с половиной, это их не волнует, думал я, Максимка, когда слагал из букв слоги, а из слогов слова. Буквы-то я знаю уже давно, продолжил я размышлять. А никак не пойму, почему бабушка говорит «м», а папа говорит, что это М, а не М. Ну, не важно. Я уже запомнил, как бабушка научила, что М и А — это МА. Неужели бабушка не видит, что мне уже хочется наклейками заняться? Она все читает и читает дальше. Хм, надо что-то придумать. Дедушка, помоги мне, пожалуйста!» Позвал я дедушку. «Сейчас дедушка подойдет и поможет, наконец, прочитать это предложение. Прочитать его надо, потому что в этом предложении говорится, что надо сделать с наклейками, которые на первой страничке. Я могу и догадаться, под что или на что их наклеить, но думаю, что задание лучше выполнить на пять». Так как его еще и папа может проверить. Вообще проверять меня, это их медом не корми. Все любят. А мне нравится это столпотворение вокруг меня. Как будто много солнышек на ножках. Я их всех очень люблю. И поэтому радуюсь. Дедушка быстро догадался, что мне надо побыстрее дочитать. Поэтому помогать стал хорошо. Сам складывать слоги и произносить слова. Бабушка, правда, тут же все поняла, сказав, что так дело не пойдет. Было уже поздно. Предложение дочитано и задание понято. Бабушка назвала меня хитрюгой. Она думает, что я хитрю, чтобы самому не читать. Но она не знает, что я люблю учиться. Но только когда я активный, а не пассивный. И поэтому я придумал, как стать активным. Я сказал, дедушка, а давай я тебя буду учить читать. Дедушка согласился, и мы стали играть. Читай, дедушка. К. А будет К. Читай дальше. Дедушка читает дальше. К. А. К. Что он читает, подумал я. Кака, что ли? Про Каку пишет серьезные книжки в детском учебнике. Дедушка, читай-ка получше. Видишь, дальше буква Я есть. Какое слово получится? Сказал я, заглянув. А что ж там дедушка читает? Какая? Сказал дедушка. Фух, слава богу, успел подумать я. Это не про каку, а то я уж запереживал. Правильно, дедушка, какая? Читай дальше. С, а са! продолжил дедушка. М сам. Что это за сам? Подумал я. Хочешь сказать, что я сам должен читать, что ли? Сам я, закончил дедушка слово и тут я кивнул. Правильно! Читай, дедушка, побыстрее! Какая самая большая ленточка? Прочитал дедушка, но тут гавкнул Зевсик, наша собачка, Хаски. И я не утерпел. Дедушка, я сбегаю, гавкну разок с Зевсиком, а потом продолжу тебя учить. Хорошо, Максимка. Как хорошо, что дедушка всегда говорит слово «хорошо». А то взяли моду говорить мне «нетушки». Ха. А я ж всегда у них учусь. Вот и думай теперь, как и значимость свою сохранить и консенсус достигнуть. Согласен, то есть. Это бабушкино слово. Она любит размышлять о воспитании у меня правильного, конструктивно-позитивного мировоззрения. Я всегда обрадовался, что я прибежал помочь ему погавкать. Сразу завилял хвостиком. Это же так хорошо понимать и поддержать друга. Поговорить с ним на одном языке. Он на моем не может, а я на его могу. Мы и погабкали немножко просто так, для развития голоса и дружбы. И я снова пришел учиться. Ну, то есть дедушку учить. Когда я учу дедушку или еще кого-то, например, бабушку или маму, то и сам легче учусь, потому что учить интересней. Да, учить интересней. Тобой никто не командует. Говорят, совсем по-другому потому что теперь они тебе отвечают, а не ты им. И чувствуешь себя так хорошо и так уверенно. Со мной вообще-то всегда говорят хорошо. Но однажды я слышал, как друга моего Антошу учила мама. Говорила ему громко. «Ты что, ни в бельмеса не смыслишь?» Я так с дедушкой не разговариваю. Если бы он даже не смысл, я бы ему сказал. Мальчик мой, ты же все понимаешь, только сейчас, наверное, тебе или отдохнуть надо, или интерес включить. Я бы так сказал дедушке. Вот и сейчас дедушку хвалю. Каждому ж приятно, когда его хвалят. Я взрослых многому бы научил и снизу виднее оказалось. Но я еще не очень хорошо разговариваю, а переводчиком только мама умеет быть хорошим. Но она же не всегда дома. Дедушка предложение наконец дочитал, а я попроверял. Все верно прочитано. Задание я понял и стал наклеивать наклейки. Ну не могу же я доверить дедушке такое ответственное задание. Да и сам очень люблю это дело наклеивать. Надо ровненько делать. Думать надо, что, куда, почему. А думать я люблю тоже. Интересно, а почему взрослые не наклеивают наклейки? Наверное, ж любят, но забыли, что любят а я все равно буду это делать сам. Нет, ну придумали же слово «какая»! Продолжал я переживать, но конструктивно и позитивно. Пока ты читаешь до конца, про как успеешь подумать, а тут же совсем о другом речь. Я себе вслух сказал, то что бы услышал. Мама бы стала ругаться, что я какие-то плохие слова читаю. Эх! И почему это взрослые тети и дяди не ставят ударения в словах? Ведь книжки же пишут для детей. Они, писатели книжек или что, не понимают, что такое ударение? Что это ударение порой зависит судьба? Будешь ты в углу стоять или нет? Как хорошо, что мне бабушка все объяснила про ударение. А другим деткам объяснили или нет. Я переживаю за них, за, за других деток. А еще мне хотелось бы знать, понимают ли взрослые, что мы, дети, все-все понимаем. А еще мы любим, чтобы нам было интересно учиться. Вот поэтому мы иногда и хитрим. Ну, как я с дедушкой, когда стал его учителем. Это же, чтобы мне интереснее было учиться. А ему, чтобы побыть снова маленьким и поиграть. Здорово же придумал. Я многому бы научил взрослых, потому что я только начинаю изучать мир. Я на него еще ничего не наклеена сверху. А вот и Зевсик подбежал, дождался. Понял, что я уже закончил урок. Теперь и побегаем, и погавкаем. А когда я и побегал, и погавкал, я рассказал дедушке, как я думал, пока он читал. И мы с ним очень весело посмеялись. История четвертая. Мотивация. Ну не сидится же бабушке спокойно. Лето, тепло, солнышко светит, птички поют. А она мне считай да считай. Ну начал считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь девять, десять. Максимушка, ты снова восемь пропустил. Вот смотри, есть слово семь, это вот столько. И бабушка показывает мне на пальчиках. А следом идет слово, похожее на семь, но оно звучит восемь. Это на один пальчик больше. Я согласно кивнул головой Сделал вид, что бабушка лучше всех объясняет счет и начал считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Максим, ну ты же снова пропустил восемь. Давай на камешках покажу. И бабушка стала мне показывать на камешках. То подкладывая камушек, то убирая. Тут гавкнул Зевсик. Я захотел поиграть с ним. Но бабушка строго сказала, что никаких Зевсиков пока не выучу счет. Спас меня Андрюша, соседский мальчик. Пришел, принес свой альбом. Сказал, что он очень хорошо рисует животных. Лучше всех рисует. Бабушка сразу оживилась, попросила посмотреть его рисунки. «А это что?» — спросила она. «А это рыба!» — ответил Андрюша. «Здорово! Ты осваиваешь модернизм?» — спросила бабушка. «Я не знаю, что такое модернизм, Андрюш. Наверное, тоже поэтому мы и промолчали». «А что это у тебя?» — спросил теперь я. «А это слон», — ответил Андрей. «А что это за квадрат такой большой? Тула еще слона?» Снова увлеклась рассматриванием бабушка. «Нет, это он так хобор загнул, чтобы почесаться!» «О, так тут все гораздо интереснее и содержательнее!» И кто б мог подумать с первого взгляда? — воскликнула бабушка. «Настоящий модернизм!» «Слушай, Андрей, а ты в прятки играть умеешь?» Вдруг спросил я. «Да», — ответил Андрей. «Ну, тогда я считаю до десяти, а ты прячься!» Сказал я и сразу побежал к сараю. Повернулся лицом к стене и стал считать. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...» Восемь, девять, десять, я иду искать. А кто не спрятался, я не виноват. О, о, -о, -о! слышу голос бабушки. Он умеет считать. Вы посмотрите на него. Он прикидывался, что ли? Смотрит бабушка умоляющим взглядом мне на дядю Витю. А тот улыбается и говорит. Мотивации не было, а тут появилась. А я и сам знаю, что появилось. Не мог же ее в грязь лицом ударить перед Андрюшей. Он постарше меня. И счет, наверное, знает. Так же, думаю, хорошо, как модернизм в рисунках. Постскриптум. Представляю, как Андрюша прибежал домой из порога. «Мамочка, а я рисую в модернизме!» Мама б тут и рухнула от восторга и изумления, потому что все сразу стало ясно. А сыночка хвалила она не напрасно. Кстати, обоснование хвалить всегда можно и придумать, не так ли? И очень даже полезно, потому что позитив поддерживаем и в себе, и в детей. История пятая. Как я учил бабушку пикапу? Моя бабушка не догадывается, что я учу ее, хоть мне и три с половиной годика, раскрепощенно общаться, знакомиться и любить поболтать с любым дядей или тетей, а не только со мной, о чем угодно. Мне как-то в голову пришла мысль, что правильно общаться – это так, как общаемся мы, дети. То есть считай, что весь мир радуется нам. А что? Разве не так? Нам радуется, потому что мы все время тормошим, не даем взрослым застояться. А еще и обучаем им их всяким премудростям. Им некогда, у них дела. А мир же познавать надо. Ну вот, например, сегодня я рассказывал соседской тете, как устроен звоночек велосипеда. А потом рассказывал про дуделку. Почему она дудит? Я разобрал дуделку, показал, какие там детали. И тетя узнала, почему дуделка дудит. То есть издает такие интересные звуки. А если б не мой рассказ, если б я не показал, то она так бы и жила на белом свете, не зная, почему звоночек звенит, а дуделка дудит. И тетя очень рада. Она стала образованней. И очень рада мне. Но только мир же все тети и дяди, мальчики и девочки, и даже животные радуются вообще всем. И взрослым тоже. Мне показалось, что моя бабушка так не думает. Вот поэтому я и решил заняться ее воспитанием в этом вопросе. В вопросе общения. Вообще-то, она моя бабушка. Очень хорошая. Всем нравится. Я-то нюхом это чувствую, но она словно не верит в это. А может, хитрит? Читала же она мне книжку про морозка. Поговорили мы с ней тогда про заву, заву, завуалированное кокетство. Уф, еле выговорил. Шикшарма. Как говорит моя бабушка об этом Вот там в этой сказке героиня всегда немножечко хитрила Как летничала так И не только с Иванушкой Но даже и с самим Дедом Морозом немножко Поговорили еще и про мужское благородство Но в этой сказке не заприметили его ни в ком Даже в Дедушке Морозе Как учу ее? спросите вы да разными приемами. Знакомлюсь, например, чтобы она слышала со всеми. Это происходит примерно так. Привет. А как тебя зовут? А меня Максим. А у тебя внуки есть? А у моей бабушки есть. Это я. А знаешь, как хорошо быть внуком? Ну, примерно так знакомлюсь со взрослыми. Им нравится. Они сразу улыбаются. Наверное, вспоминает, что они чьи-то внуки. Нравится же быть внуками. Нравится же быть любимыми. Вот и улыбаются. Хочется мне кое-что и вам рассказать. Может и вам помогу стать веселее, как подпрыгивающие смайлики. Улыбаться, общаться, тормошить. О себе рассказывать, приветами делиться, спросить что-то очень приятным голосом. Заходим мы как-то в лифт. Я, бабушка и дядя один. Высокий такой дядя, на Мерседесе подъехал к подъезду. Я в марках машин разбираюсь давно. С годика, наверное, а может и пораньше. Лысый дядя в костюме. Интересно, ему не жарко в костюме? Мне в шортиках и майке сегодня жарко было. Правда, он в Мерседесе, а я на велосипеде гонял. А на велосипеде кондиционера нет. Поэтому мне и жарко. А он же в машине. Заходим, стоим, ждем. Чего ждем? Вот я и говорю ему, глядя снизу вверх. Привет! Один и нолик. Он говорит. Да, один и нолик. Есть такие цифры. Привет! Тут бабушка догадывается, что я этаж называю. И говорит ему. Это он этаж назвал. У нас десятый. Ну ничего себе! «Профессор!» Вдруг повеселел лысый дядя и говорит, «А у меня седьмой!» И, наконец-то, соображает нажать кнопки. Едем. Уже повеселели. Улыбаются все и на меня, как на профессора, смотрят. «Пока! Пока!» Сказали мы ему на седьмом этаже. И он вышел, улыбаясь. А я у бабушки уточняю. А что такое профессор? Бабушка успевает, пока добираемся до нашего этажа, ответить. Это значит очень умный. Даже других людей учит. Я удовлетворен ответом. Приятно. Когда зашли в квартиру, Зевсик подбежал, виляя хвостом в знак радости. Он всегда такой позитивный. И хвостик у него всегда радостный. Филька вышел пообщаться с нами, мяукая. Филька поважнее, но он тоже всегда рад. Бабушка сказала мне снимать сандалики. Но вдруг вспомнилось, что мы забыли купить молоко. И говорит, а давай пока не разулись, сходим еще и за молоком. Я согласился. Мне на улице нравится больше, чем дома. На улице весело, там всегда что-то происходит. То девочки на качелях смеются, то мальчики на великах гоняют, то бабушки кричат внукам, чтобы с песочком поосторожнее. На улице однозначно веселее. Да и бабушку надо выводить в люди. Учить общаться непринужденно. Пусть учится у меня, пока я маленький. Эр профессор. А то, кто знает, каким я буду взрослым. Может, как это дядя? Важным и задумывающимся. Вместо того, чтобы говорить привет и спрашивать, а на какой кому этаж? В общем, мы снова на улице. И у меня очень веселое настроение хотя оно у меня всегда веселое. Меня солнышком все называют. Наверное, потому что я, когда захожу на кухню по утрам, всегда говорю. Дую будто всем, что в переводе «доброе утро всем». И все сразу становятся веселее, как от солнышка. Я умею уже говорить правильно. Но знаю, что им приятны воспоминания о моей молодости, когда я еще не умел говорить понятно. Ну, так, чтобы без переводчика. Идем себе по дороге с бабушкой. Не спешим. А на каком этаже вы живете? Спросил я первого дяденьку, когда он поравнялся с нами, догнав на третьем», — сообщил он, вытаращив от неожиданности глаза и, видимо, достойно оценив свою расторопность в ответе. «Хорошо помнит свой этаж. Молодец!» «Как мне годиков», — сказал я. «Что?» — переспросил дядя. «Как ему годиков?» — пояснила бабушка, улыбаясь. «Три годика!» «А сколько вам лет?» Решил продолжить я хорошо начавшуюся беседу. «Сорок девять!» Снова быстренько ответил дядя. «Молодец! Бережет время!» «А тебе, бабушка, сколько?» «Скажи дяде тоже!» Предлагаю я. «Ну, нет уж!» Почему-то воскликнула бабушка. И что у нее за секреты про годики? Ну, никогда не отвечает на этот вопрос. Хотя я рассчитывал, что на честность дядя она тоже ответит честно. «Ну-то, парень, молодец!» Вдруг опомнился дядя и стал брать инициативу в свои руки. «А как тебя зовут?» «Я Максим, а бабушка Валя». А как тебя зовут? Перешел я на «ты», решив, что мы уже хорошо подружились, раз и он перешел на «ты» ко мне. «А я Аркадий», — ответил дядя с достоинством. «Мне понравилось как». «Ну ладно, Аркадий, пока», — сказал я ему. «Удачи тебе». «Ну ты, Максим, в точку попал. Удачи мне как раз сейчас и нужны». — засмеялся Аркадий и поспешил побыстрее, думая, наверное, что удачи от скорости шага зависят. Хотя, может, что он прав. Мы же с бабушкой продолжили идти не спеша, но улыбками одаривали друг друга. Мне было очень хорошо, словно я и вправду был солнышком. И для бабушки, и для дяди Аркадия, и для всей улицы. Интересно, бабушка поняла, что общаться со всеми, с любыми, очень легко и даже весело, подумал я. А вслух спросил. Бабушка, а ты разрешишь мне помочь донести тебе молоко? Ну, джентльмен мой дорогой, конечно. Но я тоже буду помогать тебе, хорошо? Хорошо. — ответил я. И нам стало еще радостнее. На улице цвели цветы, поэтому пахло очень приятно. Светило солнце. Все люди были яркими, в летних нарядах. Машины вдоль дороги стояли чистые. Бабушки не очень громко кричали деткам, чтобы они правильно лепили куличи из песочка. Все на улице было веселым и довольным. Бабушка, вон, видишь, дедушка идет. Познакомься с ним. Поговори, покажи мне, как ты это умеешь. Максимушка, да что же я буду с дедушками знакомиться? Они, может, и хорошие люди, но дяденьки помоложе мне интересней. Помоложе, пока не попался. — ответил я. И тут вдруг мы увидели дядю помоложе. «Молодой человек, вы не подскажете нам, который час?» Вдруг сказала бабушка. Дядя удивился, но и взбодрился, потому что бабушка улыбалась. «Пол пятого», — ответил он. «Благодарим!» — снова улыбнулась бабушка. А вы не хотите познакомиться? Вдруг спросил их я. Вообще-то не вдруг спросил, а потому что понял, что тут надо поддержать беседу, бабушке помочь. Дядя ответил. Я Сергей. А вас как зовут? А я Валентина. А это мой внук Максим. Чудесные имена, ответил дядя. Вы гуляете или по делам идете? Мы гуляем. А вы, сергей? А я с работы домой проголодался. Ну тогда спасибо вам за знакомство. Бегите, поесть надо вовремя. Хорошо. И вам спасибо. До встречи. Пока, Максим. Пока. Улыбнулась бабушка. Пока! Хорошо! ответила я. И дядя пошел радостным шагом, а мы продолжали думать и улыбаться. По-моему, бабушка немножко научилась кое-чему у меня, в смысле свободы в общении. Полюбила, во всяком случае, общаться с дяденьками. Улыбалась же все время. Бабушка, а чего ты вот так рано отпустила? Можно ж было спросить, а что у него на обед? Предложил я. Бабушка, наверное, согласилась, потому что засмеялась. И она весело мне сказала. Максим, ты умница. Ты научил меня сегодня пикапу. А что такое пикап? Спросил я и продолжил. Пикап, это же машина такая. Как я могу научить машине? Пикап это умение знакомиться, общаться, нравиться. Ну и машины так называются, конечно. Я успел почувствовать, что бабушка думает о чем-то. Так и оказалось. Бабушка произнесла. Хорошо, что я не спросила у дяденьки, как в библиотеку пройти. Она засмеялась, а я захохотал и захотел ее поддержать. Бабушка, ты хорошо спросила. Но надо будет подумать, как еще начинать разговор. Да, Максимушка, взрослым, наверное, сложнее. Но не могла же я спросить у него, как ты у тети? А хотите, я расскажу вам, как устроена дуделка или звоночек на велосипеде. Да, а вообще-то почему не могла? Потому что не знаешь? Да, и, и поэтому тоже, ответила бабушка. Не переживай, я расскажу тебе и покажу. Будешь образованной, утешил я бабушку и задумался. Подумать было над чем. Но я решил пока перевести тему и сказал. Бабушка, а что такое пиар? Я по телевизору слышал такое слово. А пиар – это умение создавать себе популярность среди масс людей. Бабушка, а хочешь я поучу тебя пиару? Тебе пригодится. Даже не представляю, как ты сможешь меня этому поучить. А пригодится ли, не знаю. Но думаю, что хорошая популярность всем нужна. И бабушка очень серьезно задумалась. Наверное, представляя, мои кое-какие действия. От меня можно многое ждать. Она уже это поняла. А я не стал. Не стал задумываться. Я подумал, что в этом деле положусь на как пойдет. Это папина любимая словечка. В общем, на вдох на, на вдохновение. О, вдохновение. Ну вот и все. Дорогие друзья, если вам понравились Максимкины истории, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Максимка и Петя Дубинский будут вам всегда рады. Пока-пока.